Люди часто переезжают из родного города в разные места. Но какова причина? Чем же их привлекают другие регионы России? В каком регионе России вы бы хотели жить? Ну, наверное, в Ханты-Мансийском автономном округе. А почему именно там? Ну, я всю жизнь жила на севере, и там хорошие зарплаты, поэтому я бы жила там и работала тоже там. А вы сейчас живете в Грозном. Почему? Потому что я приехала сюда поступать в университет, и поэтому на данный момент я живу здесь, и, скорее всего, буду жить тоже здесь, но это так сложились обстоятельства. А в каком регионе России вы бы хотели жить? На своей родине, в Чеченской Республике. А почему именно здесь? Ну, потому что у меня здесь моя семья, работа, близкие, родные. А вы не мечтали никогда уехать в другой город? Ну, бывают такие мысли, но все равно как бы берет верх то, что все мои близкие здесь, да. В каком регионе России вы бы хотели жить? Скорее всего, в Питере. А почему именно в Питере? Ну, я жила в Москве мне не понравилось, потому что это такой суматошный город, там постоянная суета. В Питере побывала всего лишь 2 дня, там более спокойно, не знаю, мне там больше понравилось, не знаю. А почему не в Грозном? Ну, потому что я сама не чеченка, и мне все равно сложно привыкнуть ко всему, что здесь. Я здесь живу, но я не местная, то есть я здесь по работе. Я бы хотела жить в городе Ростов-на-Дону. Пару лет там провела, училась, и это как бы второй родной город для меня. А вам нравится жить в Грозном? Да, очень. И вы бы не хотели отсюда уезжать? Ну, жить здесь хотелось бы, но и побывать в других городах тоже не против. В каком регионе России вы бы хотели жить? В Санкт-Петербурге. А вы мечтаете там побыть просто или хотите работать там? Скорее всего, побыть. Мне нравится сам город, сама архитектура города. А так, в основном, я жить хотел бы в своем родном городе Грозном. Я бывал во многих городах России, и не только. И если вопрос звучит, где бы я хотел жить, однозначно Грозный, Чеченская Республика, так как это наша родина, типа здесь жили наши предки. И у нас есть много достопримечательностей, есть места отдыха. Сейчас у нас все развивается, туризм не только, и однозначно Грозный. Помимо Чеченской Республики, я бы хотел, наверное, жить в Санкт-Петербурге. А почему именно там? Ну, по сравнению с другими городами, он ближе мне, так там всегда хорошая погода. Хоть и дожди. Мне нравится жить в нашем регионе Чеченской Республики, город Грозный. Я сам приехал, честно говоря, с Краснодара, так как я там прожил 10 лет и вернулся все-таки в свой родной город, город Грозный. Какие преимущества вы видите именно в Грозном? Мне преимуществ много, но перечислить я могу, что доброжелательные люди. В плане города я чувствую себя очень комфортно здесь. И практически меня здесь все устраивает. В каком регионе России вы бы хотели жить? В Чеченской Республике. Почему именно здесь? Потому что здесь мои все близкие, родственники. И все мои мусульмане здесь, мои братья, мои сестры, поэтому... Я тоже в Чеченской Республике хотел бы жить. А у вас какая причина? Причина? Ну, причины нет, просто хочу жить и все. А вы бы не хотели побывать в каком-нибудь другом городе, попробовать себя? Побывал, не весело. Как здесь? Ну, разных странах. В каком регионе России вы бы хотели жить? В том регионе, в котором я бы хотел жить, я уже живу. Здесь очень много преимуществ. Главное хотеть, главное дергаться, делать и жить. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. А в каком регионе России вы бы хотели жить? Типа в России только. Ну, в основном Москва, может, или Ростов. Там, не знаю, ну, в Москве можно работать где угодно, все остальное. А так, в основном, в Чеченской Республике мы все чувствуем себя спокойно, все прекрасно. Почему вы не видите преимущества в Чеченской Республике, именно в плане работы? У нас работы много в Грозном.
Просто люди хотят куда-нибудь там что-то уехать в Москву и сказать, типа, то, что они что-то делают или что-то другое. А так, в основном, и в Москве, и в Грозном, мне кажется, работа одинаковая. То есть вы просто мечтаете уехать в другую страну, чтобы побывать там, получается, да? Ну, получается так, это сказано, типа, мечтаете, как будто хочется уехать с Грозного, а так нет. Это родной город, но хочется отъехать там, отдохнуть, приехать обратно. А так в основном здесь круто. В результате опроса мы сделали вывод, что одни переезжают в поисках лучшей жизни, другие считают, что им повезет больше, а большинство же находят свою жизнь на родине максимально полной и счастливой.